Здорово, ребятушки, с вами Аладушки, и мы с вами все здесь же. Кстати, я в прошлый раз ему очень сильно тупил, тут же, блин, написано «Кристальные шахты». Я просто не обратил на это внимание. Ладно. Я немножко поэкспериментировал. И, в принципе, оказалось правильным предположение, что нужно медленно идти. Но насколько медленно, я думал, может быть, целый день ждать на каждой кнопке, полдня, несколько часов. Но оказалось все немножечко банальнее и сложнее одновременно. В общем, смотрите. Идем. Считаем до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Аналогично делаем также. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тут считайте уже сами, я не буду вас раздражать своим счетом. Сейчас мы продвинемся чуть подальше. Опа! И все открывается. В среднем, я точно не знаю, но мне 10 секунд вполне хватает. 10 секунд стоишь на каждой кнопке, потом продвигаешься и... Опа, чат, и здесь. Кристальные шахты, здравствуйте. Я бы не отказался от Лутецкого. Да, вот такой я жадный человек. Две статуи. Подозрительно две статуи. Ничего. Ладно, ничего так ничего. Уговорили. Порылся я, кстати, немножечко насчет вот этой вот карты, где что закопано. Но я также вспомнил, что у нас, помните, есть две морды. Одна говорит, я правый глаз, я левый глаз. Я видел, куда упал метеорит. Одна вроде находится на топях, а одна находится у нас... Казавень, мрачные топи. А другая находится... Я уже не помню. То ли... По-моему, на Стромбрическом. Ладно, посмотрим. Там, я думаю, можно как-то совместить эти координаты по карте. Поэтому глянем, как оно получится. Итак. Да будет свет, сказал электрик. Еще такой вопрос у меня, наверное, к самому себе. Смогу ли я 2 тяжелых оружия? Тут паук. Блин, вот эти вот синие кристаллы у меня прям четко перекликаются с Кеной. Если что, которая проводник духов. Помните такую? Вход. Вход кристальной шахты. То есть это еще не сами. Ох ты ж! Шахты. Есть веревка. Там можно спуститься вниз. Ну давайте сначала исследуем тут все. Золотой ключик предлагает потратить. Кстати, что-то мы их давненько не находили, если что. Такой же? Тяжелая броня, шлем 12. Тяжелая броня, шлем 12. Да, такой же. Ну, защита 8. Защита 12. Естественно, я одену вот этот, а этот я, наверное, здесь оставлю, хоть он и красивый. Что нам тут предлагают? Тут патроны, ядра. 3 пачки патронов и 1 ядро. Это у нас для стрельбы. Секретик для стрельбы. Колечко это ничего не делает? И это колечко ничего не... Лифт. Погодите, вы видите это? А что если... У кого у нас камушки были? У тебя. Что если на этот лифт положить камушки? Давайте попробуем. Так. Нет. Блин, надо было через shift их брать. Что-то я тупанул. Ну, в любом случае, они не улетели от нас, то хорошо. Блин, новая локация, я без понятия, как тут могут выглядеть кнопки или как тут выглядят кнопки. Страшно. Очень страшно. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это так. Красота. Может, мне не надо было... Погодите. Что? Какая кнопка откроется? Ага. Ага. Да? И как теперь? А, я понял, как теперь. Ну, в смысле... Не понял, конечно, но... Вон там, там закрытый, да, сейчас? Ну-ка, погодите. Хорошо. Мне, в принципе, все нравится. Я бы еще, наверное, спустился туда, глянул, что там. Ну, мы же сохранились просто для интереса. Тут трупы какие-то. Но мы спустились сюда целыми, так скажем. Там дальше еще можно провалиться. Когда это ты стал... А! Появилась новая травинка, и чувак стал перегружен моментально. На, съешь грибочек. Тебе полегчает. Прям на ходу стал тяжелее. О, жучки. Давно не было жучков. Эти не перегрузят? Хорошо. А, вы, минуточку, вы хотите сказать, что этих пауков можно ловить? Нет. Я думал, их как рыбу можно ловить, знаете. Как вот плавает рыба, ты такой берешь, просто кликаешь на нее и все. Что вы мне предлагаете тут? Ну, пойдем. Мешок, в котором отмычка, меня вполне устраивает, и противоядие. На, держи. Мешок этот пока что оставим. На тебе грибочек. Ну, хорошо, куда нас это выведет? Заново решать эту загадку нас это выведет. Вот куда. Ах ты ж. Но вроде как решение мы уже поняли. Поэтому... Хорошо. Вниз мы тоже сходили. Тупо стенка, она, ну, по крайней мере, пока что не открывается. Вот это вот очень, знаете, так выглядят эти камушки. Ну, мне кажется, они тут не задействованы. Так, есть замочная скважина. Обстановка тут такая гнетущая, что ли. Что это за место? Ладно, у нас есть дверь, в которую мы можем пройти, но нам нужен ключ, и мы можем пока что... пойти дальше. Ай, черт. Пытаюсь веревкой разбить. Нормально. Травка. кстати, вот эти... О, травка у нас продолжает размножаться. Вот эти вот звуки такие, как кристаллы. Ну, я понимаю, что это потому, что это кристаллы. Но очень похоже на уровень из Диабло 2. Этот... Где маг Саммонер обитал, если что. Так, сюда можно зайти. Надо наблюдательно, как эти кнопки выглядят. Что-то подозрительное. Симулякр. Симулякр. О, паук, привет. Хотел сказать подозрительно тихо, но нет, тут все-таки есть враги. А. Ага. И как? Что, блин? А я теперь отсюда, типа, не выберусь? А что там внизу? Блин, я вот поналазил. О, я понял. Переключи. Фиг, ты промазываешь. Тут много пауков, если что. Очень много. Мне кажется, если понадобится. О! Новый уровень. Хорошо. Так, как-то... Я сейчас их побить всех и это... Блин, свет закончился. Ну ладно, посражаемся в темноте, я думаю, что... 7, а где еще? Где еще один дротик? Вы... А, фу. Так, давай вот так, вот так, вот так, навык. Да, 5-е в тяжелое оружие кидаем. Есть. Что ж, мы наконец-то можем обновить себе пушку. Пушку-колотушку. Итак, у нас есть 14:43. У нас есть 18:55. Типа, это больше. Но это... Тяжелое оружие, чрезвычайно сильный удар, отбрасывающий врагов назад. А, не, он тоже 40 энергии расходует. Я такой обрадовался. Да на тебе противоядие, не мучайся. Ну, понимаете, оно еще игнорирует 25 единиц защиты вражеской брони. Это броня распространяется на всех или только на тех, кто... Короче, ладно, давайте так. 45 на 119. 53 на 143. Я даже не знаю. Попробуем сначала подраться вот этим, посмотрим, какой он будет урон вкидывать, а потом уже, если что, поставим этот топор. А на 2 руки ты носить такое не можешь, да? А почему это не может, если может? Погодите, если это сейчас так будет работать, сколько мне там щит давал? Стойкость к огню 10 и уклонение... А, я могу только одним оружием ударить, да? Тогда нет, подождите. Я лучше сделаю так и посмотрим тогда, поиспытываем сейчас это оружие, посмотрим, как это все будет работать. Ага. (104). 104, кстати, неплохо. 79. 91. Давайте поспим. Офигеть, у них яд сильный. Он просто днями не проходит. Сожри, тварь. Он промазывает. Немножко печально. Очень сильно промазывает. Надо посмотреть, там дебафа нету случайно. На точность, блин, надо поесть что-то. Куда? А, вот один. Как-то один дротик постоянно пропадает. Никуда. Оп, это я видел. Это я заметил. Так, пустой мешок надо. Вот, кстати, была тут ножка, на ее и покушай. Какое-то место такое, знаете. Портал. Нет, еще вот это яйцо разбить. Но, кстати, к огню так себе. Пули. А что, если я вниз прыгну? Я же об этом пожалею, да? Как раз ноги и сломал. Так, на тебе маленькая зелька. И ты ноги себе сломал. Да блин, вы мои молодцы. И на тебе маленькая зелька. Тут внизу ничего нету, кроме объедков. Это странно. Скрывать не буду. Как тут могли бы выглядеть кнопки, если бы они были? Может, они и есть, кто его знает. Я опять тут. Угу. Хорошо. Ой. Да нет! Ай, бесит. Каждый раз... Почему каждый раз мне эту загадку... Ну, я же ее, блин, уже же решил же... Почему она каждый раз сбрасывается? К тому же она несложная. Ладно. Немножко поныряли, это, конечно, все весело. Но, наверное, прежде чем идти обратно, я бы зашел сюда. Плохо, тут тоже еще целое помещение. Кто тут будет? Я вижу камень. Оно мне надо. Пустите. Так, есть лесенка, уже хорошо. Кристалл вижу, что тоже круто. Тут тоже лесенка. Ну, поехали. Еще пули. Тут прям у нас очень много пуль. Где-то давненько нам уже не попадалось такое количество. Что за звук? Тебя опять перегрузило, дружище. Так. Давай-ка мы с тобой зелик накрафтим немножечко. Опа, держи. Опа, держи. Опа, держи. Опа, спасибо. Больших зелик понаделаем. А, тут у нас все закругляется. Я одновременно и понял, и не понял. А зачем тогда? Возможно, там сверху нужно что-то... О, посмотрите. Если туда как-то попасть... О. Хорошо, сейчас глянем. Неужели тут опять... А, стойте. Че я туплю-то? Вот же мод. Стой! Тарата! Штых, ты кто такой вообще? А, окаменение, я понял. А это надолго? Меня тут заперли. Ясно. Ясно, понял, понял, все. Да, ребят, мне пришлось перепроходить довольно большой кусок. Что-то я тупанул, давно не сохранялся. Но это вернуло меня опять в пещеру с пауками, где я нашел, оказывается, золотой ключик тут лежит. И еще одно зелье воскрешения, которое я просто пропустил. Не знаю, чем я смотрел. Тут тупо пьедестал с зельем воскрешения. И просто золотой ключик валяется на полу. Очень прикольно. Так, портал это, конечно, весело. Серьезно. Мне только большие остались. А, не, вот есть одно маленькое зелька. Одно большое давай дадим ему. У нас большие восстанавливают всю хпшку или почти всю хпшку. Так что с этим все пучком. Хорошо. Ну, я так считаю, что хорошо. Да, это меня опять возвращает к этой же загадке. Я не знаю, все порталы, по-моему, ведут к этой же загадке. Это просто дурдом какой-то. Ну, хорошо. Давай сюда, сюда, сюда. Так, 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 так. И все, и проходим отсюда. Сохраняемся. Это внизу. Или мы там еще не все... А куда тут другой портал ведет? Мы же там еще... Не... Опа, грибочек стоять. Мы же там еще вроде не исследовали. Мы сейчас пойдем к этим ребятам. Хотя знаете что? Погодите еще минутку. Я тут доисследовать решил эту пещеру. Тут какая-то еще травка была лишняя, которая резко меня перегрузила. Хочешь яйцо съесть? Пожуй яйца. Мне интересно, куда верхний портал ведет. Хотя я думаю, что он ведет ровно в то же самое место. Нет, он меня возвращает просто наверх. Паучок. Ладно, сюда мы еще вернемся. Опять же, оно... мы знаем, как попасть на ту сторону. Мы это уже делали. Нам сейчас нужно... О, блин, где же там было-то? Опс. Не сюда. А, вон, туда. Я что-то уже открыл. Я побегал, просто открыл эту локацию, но еще не активировал кнопку. Сразу ли оно пропадет или нет? Давайте рискнем. Итак. Оп. Где там было? Ха-ха! Я могу сделать вот так. Еле успел, но могу. И там у нас есть дверка, которую я могу тупо закрыть за собой. Схавай, неудачник. И вот это схавай тоже. попал. Вот, отлично. Теперь, получается, для нас это лучший исход. Ого. Он там пусть погорит, а мы пока что поспим и отдохнем, потому что магу достается очень сильно. А зачем я его сюда пропустил? Никто мне не напомнит. Спим. Похавать у него ничего нету. Отмычка у нас есть лишняя. Так, у тебя запасы еды. На тебе хлебца. Хлеб очень вкусный, питательный. Хорошо отдохнешь. Так, окей. Делаем выстрел. Еще один выстрел. Я что, не попал по нему? А, это парализатор, который... Ну, то, что он парализован, это, в принципе, меня не особо смущает, потому что... Черт! Ладно. Давай я по нему сделаю еще парочку ударов. Поспим. Я понимаю, что я сейчас активно трачу свою еду. Нормально. Их там было трое вроде, все, да? Надо свет включить. Вроде было трое. Один парализатор и две чернильницы. Ха-ха, стойте. Я теперь сохранюсь. Ладно. Их было четверо. Сюда иди. Схавай. Блин, оно же мне дает, по-моему, иммунитет от окаменения. Или это спецатака должна быть использована. Двое парализованы, ты серьезно? Сгори. А, да, быстро. Смотрите, она быстро отходит от паралича. Это хорошо. Сколько за них экспы вообще дают? Не, ну типа уровень движется. Ох ты ж. Съешь, съешь, съешь. Все, отлично. Ну, туда нам, в принципе, попадать не надо. 5 ядер. Давайте возле кристалла это положим, чтобы не потерялось. Фух. Хорошо. Мы зачистили эту комнату, получили доступ к кристаллу, что не может не радовать. Вот это место. Ну, тут выглядит как пропасть, и на карте нарисован как пропасть. То есть, это явно нам с другой стороны как-то придется заходить. Хорошо, предлагаю теперь пойти в то местечко, где... А, есть еще одно место. Сейчас я пока ходил, открывал. Сейчас увидите. Оно то ли с... Да, с вот этими, с камнями. Можно пойти вот сюда и вот сюда. Здесь у нас силовые поля. Паученций. Силовые поля. И камни. 4 камня. Если уж точнее. Как-то это все должно сработать, но как? Я пока не знаю. А уж не совпадают ли у нас вот эти кубики? Ха-ха-ха-ха. Совпадают. С силовыми полями совпадают, если чё. Так, это случайно у нас не... Значит, нам нужно понять... О, смотрите, там отмычка есть. Значит, один камень сюда. Если получится, один сюда. Так, что ли? Да, мы так можем отмычку забрать. Это хорошо, у нас их уже 10. Где бы сундуки под них найти? Тогда... Уж не нужно ли мне все... А! Стой. Ага! То есть мне надо, чтобы вот этот камень был... Да, тогда я сюда не пройду. Мне нужно... Понял. Вот этот камень нужно дальше подвинуть. Так. Так. А тут прохода нету, да? Нету. Сейчас, секундочку. Секундочку, надо сообразить. Откроется у нас... Какая дверь откроется? Вот эта? Да. Да не шерушу тут по духам. По идее, тогда вот этот камень надо сюда. А этот... Сюда. Сейчас попробуем. Вот это то, что я думаю. А этот сюда. Хорошо. Мы освобождаем себе двери. Таким образом, мы можем и выйти, и... А это на время? Стоп, я, кажется, понял. Давайте попробуем. Что мне это дает? То есть это, конечно, все весело и хорошо, но мне же, по идее... Да, тут у нас ключ. Хорошо. Тогда секунду. Зачем у нас вот эта кнопка? Сбрасывает все. И это все сбрасывает. А зачем мне вот этот тогда? стойки. Зачем мне тогда этот камень и что он мне дает? Что это за место и почему тут есть дверь? Да, загадка. Ладно, я не хочу прям слишком много сейчас времени на это тратить. Мы сюда обязательно вернемся. Я за кадром хочу немножечко поразмышлять, попробовать попередвигать. Мы, по-моему, просто и так уже потеряли очень много. Черт, а как мне теперь туда попасть? На кнопку уже не нажать, там дверь открыта. Только бесстрашные могут пройти. Я тут уже был. И мне сюда, по идее, не нужно. И что вы мне предлагаете? Заново все сделать предлагаете, я понял. Хорошо, но это нам не решает проблему, так ведь? Или... Да чтоб тебя. Я сейчас окажусь в той же ситуации. В начале с кнопкой, с ножиком. Ноги, ну конечно, ноги. Подождите. Я понял прикол. Только бесстрашные смогут пройти. Имеется в виду, что нужно стоять до конца. Тогда в последнюю секунду появляется портал, тебя переносит сюда, а фаербол улетает туда. То есть это такой намек, чтобы ты никуда не спрыгивал. Вот как я прошел сюда в первый раз. Это было абсолютно случайно. А теперь я понял, как это проходится. О, привет, чувак. Кстати, хорошая загадка. Ауч, я самого себя ударил. Ишь. Вы хотите сказать, что мне нужно еще и второй какой-то фигней туда выстрелить, да? Или это она и есть? Секунду, секунду, секунду. Тут прям, не знаю, у меня начинает... Ой, блин, я забыл тебя покормить, дружище. Извини. На, вот это, и все, и будь здоров. У меня начинает... О. Та дверь открылась, я что-то не понял. Сейчас, подождите. Тут мы еще что-то можем сделать или... Нет. Оно полетело, и там что-то открылось. Хорошо, давайте попробуем таким образом все провернуть. Вот эта дверь открылась. Ясно. Иди отсюда. Иди отсюда. Вообще лесом иди. Тут Опять у нас 100-500 пауков. Хорошо, минус один. Я вспомнил, за что я так не любил пауков в первой части. Очень мне сейчас знакомое ощущение. Почему хотел убить их поскорее. Так, ладно. О! Так, противоядие у меня только одно. Давайте отдохнем, посмотрим, сдохнем мы, не сдохнем. Прошло, но нам придется поесть. Поесть у нас из-за этого персонажа нечего. Ну-ка, у кого вся еда? Блин, ребят, не надо мне говорить, что у меня еда начала заканчиваться. Надо будет сходить. Хорошие сапожки. Кристальные. Ботиночки. Кто у нас там... Погодите. Ой, откуда ты тут взял? Опять отравил. Да серьезно. 120. Хороший урон. 102, 117. Черт с тобой, на тебе противоядие. Надо будет еще противоядие наделать. Это я просто ленюсь уже. Насчет сапожек. Кристальные, у тебя кристальные рукавицы, кристальный щит. Ну, получается, и кристальные сапожки тебе носить, да? Они у нас дают 15 защиты и 5 здоровья. Еще и тяжелая броня. Так, это у нас обычные кожаные ботинки. Ботинки у всех есть? Туфли полицмировщика. Сандалики, защита 1. На тебе ботиночки. Сандали можешь оставить здесь. А, это у нас стал резко перегруженным, да? Камни у тебя заберем. А, ты будешь камни теперь таскать. Хорошо. Да? А что такое бывает? Халява, сэр. Сейчас мы это возьмем, подождите. Значит, эти две локации не связаны. Та локация у нас вообще отдельная с передвижением камней и кристаллов. Эта локация вообще отдельная с открыванием вот этой двери. Понял, хорошо. Метеоритный дождь? Аллилуйя, метеоритный дождь. Магия огня 5 есть, магия воздуха 3. Оу, май. Магия воздуха 3. А тебе, кстати, рыбку пожевать. Что у нас по навыкам? У нас воздух 1. То есть еще 2 уровня в воздух кидать. Но метеоритный дождь, это звучит очень круто. Интересно, как она выглядит. Это магия. Метеоритный дождь. Так, там вроде что-то открылось, или мне кажется? А, это у нас вот эта локация. Я же просто сюда не заходил в этот раз. Кнопка, которая открывает ворота. Зачем мне этот шорткат? И почему этот шорткат на время? Ого. Это надо есть подумать. Вот эти две кнопки, они просто ресетают у нас, да? Вот эта штука мне тоже, в принципе, не нужна. А вот эту фигню можно сдвинуть сюда. А, отмычку забыл забрать. Вот он. Иди сюда. 10. Хорошо, сохраняемся. А, нет, это не сюда надо было подвинуть. Это надо было максимально сюда подвинуть. Причем, смотрите, сколько я здесь нахожусь. Оно не закрывается. Наверное, триггером является что-то другое. Подождите. Эту фигню надо максимально сюда, к стенке. Понял. Раз, два. Все, вали отсюда. Знаете, что я еще думаю? Может быть, вот этот вот кубик полностью отсюда выкинуть? Вот сюда, например. Да. Окей, это решалось именно так. Вот мы получили ключ. Я просто не видел там этого рычага. И, собственно, так вот оно все и было. Супер. Я этот ключ даже, наверное, в карман ложить не буду. Мы просто сейчас его в руках донесем до того места, которое мне нужно. Извиняюсь, ребят, немножко затупняк, но как-то так получилось. Давайте сохранимся. Так, новый чудесный мир. Хе-хе. По крайней мере, у меня теперь появилась цель. Мне нужно магию воздуха качать. Я не хочу второго выпускать. Только не трави меня, тварь. Не то, не то. Хорошо, с паучками разобрались. А что тогда в ту сторону вело? Дорога приключений? Пока не прострелили колено, да? Так, стрелы. Стрел... У-у-у, арбалет! Погодите, погодите, стоп. На меня даже никто не напал. 11:33, между прочим. Трубочка у нас 5:15. Арбалет 11:33. Стрелковое оружие. Так, что у тебя на втором? Давайте пока для сравнения. Просто его туда закинем. Арбалетная стрела, конечно же, сюда. И у нас арбалетная стрела 11. У нас их довольно много. Ну, 14. Это уже хорошо. Да, перегруз, я знаю, я в курсе. 24:69. 14:30. Да. Это прям лучше, чем духовая трубка. Выкидывать я ее, конечно же, не буду. Я возьму с собой, потому что это как-никак еще одно стрелковое оружие. Но, кстати, может пистолет? Тогда от него избавиться. Пули оставлю себе. У меня же там где-то ружье еще есть. Если я когда-то вдруг буду все-таки качать стрелковое, я не знаю, буду ли я... Еще 5 ядер. 5! Их тут прям очень много дают. Так, это защита? Нет, это энергия. Еще одна зелька манны. На, держи. Слушайте, классная нычка. И мне за это ничего не будет? Я просто сюда пришел и просто забрал арбалет? И мне за это ничего не сделают? Немножко не похоже на эту игру. Так, знаете, что я думаю? Нам нужно бы пули оставить в хабе в следующий раз, когда мы там будем. Просто пока у нас нет стрелкового оружия, ну, такого, в смысле, огнестрельного, я думаю, что можно бы патроны и ружье оставить в хабе, пока у нас не хватает как минимум скилла. Вот это все. Рецептик. В самых сильных зельях заключается могущество кристаллов. Кристальный цветок. Самые сильные зелья. Так, тут есть над чем подумать. Тут у нас нырок в подземелье. Хорошо, давайте тогда дальше вон в ту сторону сходим. Посмотрим, что от нас там хотят. Так. Вот что от нас хотят. Нас убить хотят. Нас отравить хотят. Блин, твари. Так, ладно, арбалетные эти подобрали. Травись пока что, бычара, извини, но я не буду тут делать сейчас новых зелий. Сундучок. Чок-чок. Дурачок. Чок-чок. А как к тебе попасть-то? Блин, он теперь стал на полко стрелять. Да ударь ты его! У меня разве было? А, вот мои стрелы. Че они там только... Слышите этот звук? Почему-то это очень сильно напоминает огненного элементаля, вам не кажется? А, съешь рыбу. Может, тебе полегчает. Там прям что-то горит за стенкой. Подождите. Так, дружище... Че в мешочке? Во-первых, противоядие. Спасибо. Во-вторых, колбаса. В-третьих, факел. Да, ну, я даже не знаю, насколько он мне нужен. Ну, хорошо. У нас, кстати, есть два лишних пустых мешка. Что не может не радовать. Блин, там явно что-то горит. Так. Меня интересует вон тот сундук и, собственно, пути к нему. F5. Подождите. Я пожалею об этом. Я говорил, что я об этом пожалею. Да. Значит, это не тайная тропа какая-то. А. Да чтоб тебя! Я нашел чертову кнопку. Надеюсь, эта штука не на время. Да, секрет, хорошо. Заперто, понятно, что заперто. Так, а тебе бы, типа, это перекусить бы не помешало бы, да? Там вон на колбаски скушай. Так. Че, даже не мимик? Даже не мимик, прикиньте. Защита 18. Это тяжелая броня, между прочим. Так, друг... Лети, пожалуйста. Сейчас мы свалим из этого неблагополучного места. И я посмотрю на перчатки. Мы получили кристаллические перчатки. И мы получили метеоритные? Защиты, кстати, 18. Просто дофигища. Толстые металлические пластины с громоздким солнечным... громоздкие солнечные Блин, почерк отвратительный, извините, ребят, прочитайте, кто, у кого ближе сейчас это к глазам. 18, 15 и 5 здоровья. 18. Но я думаю, это идет к тебе. Тут у нас стальные рукавицы, 12. Блин, у нас уже 3 сета тяжелых перчаток. Кристальные тяжелые и метеоритные. Получается, стальной сет я потихонечку буду складывать. Стальные латы, полный шлем. Видимо, да, мне придется. У меня еще ботинок нормальных нету. Просто кристальный сет у меня сюда потихонечку складывается. А нет, тут рукавичек нету еще. Чувак без рукавиц ходит. И ты это тоже без рукавиц ходит до сих пор. Но это тяжелое, но минус 10. Защиты 10. Минус 10 уклонения. На, держи. Я, может, потом... А, это тебе перегруз будет, да? И тебе перегруз будет. Ладно, оставляем перчатки. Потому что это все сеты из тяжелой брони. Хорошо, к сундучку мы тоже подобрались. Ключик к нему мы тут же практически и получили. Я думаю, теперь можно нырнуть в подземелье, что ли. Нас вроде как тут больше ничего не держит. Вообще шахта довольно интересная, лока. Так, тут я подобрал с пьедестала. Собственно, нам нужно вот это. Но к этому добраться, я думаю, мы сможем только с другой стороны, мне кажется. Я тут больше не вижу ни кнопочек, ничего такого. Ну, по крайней мере, мы знаем, где он находится, и этот этаж у нас полностью зачищен. Давайте тогда будем на этом заканчивать. В следующей серии уже отправимся глубже по шахтам. Мне интересно, что вот это вот за место, кстати. И как туда попасть. Там вроде не было никаких, ну, как бы мест, чтобы упасть или... Ладно, может и туда тоже сходим. Я что-то провтыкал сразу про это, а оно тут, оказывается, есть. Тут возле кристалла... Там мы вроде везде были, мне кажется, да? Черт с ним. Потом еще глянем. Не последний раз здесь. Все, ребятушки, спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем лучших. Всем покеда.